футболке он будет? Не знаю, сейчас посмотрим. Тебе перчатки нужны, видимо? Ну ладно. Блин, а как обидно. Первый кома. Да-да, такой хороший был. Давай. Вот этот пробуй. Очень глубоко сидят. Этот низко. Да. Отлично. Цветочки копаем. Как думаете, для кого? Приехали в лес по просьбе одного человека накопать луковиц. Вот я копаю луковицу, и вы даже не представляете, что я выкопала. Смотрите. Вы знаете, что это? Это сморчок. Я его нашла. Не, вы представляете? Я когда увидела, я просто обалдела. Это сморчок. Это мой первый гриб в этом сезоне. Просто гигантских размеров. Вот эти цветочки поедут в село Домодедово. Уже ж знаете, да, все? Вот, на клумбу колечки. Вот, накопали. И это. Вы знаете, это мой рекорд. Таких микроскопических я еще не находила. Это капец. Андрюша пошел на речку закинуть удочку. Только я не знаю, где он. Сказал, говорит, а вон он стоит. Вон. Сейчас пойду я ему грибок покажу. Опа! Опа! Рыбак? Чего? Нет, у меня ничего нет. Собакам? А, потом собирать. Заюш! Поздравь меня с почином. Каким? Да, я открыла грибной сезон. Да, прикинь. А я тебе говорил, что грибы я ем. Да, ладно. Да. Такие, вот такие грибы ты точно не сможешь рассмотреть. И запах такой был у них. Смотри, Зай. Ох-ох-ох. Смотри. Это что? Это сморчок. Сморчок, ну, прикинь. Себе, сморчок, сморчок. Да. Так что обалдеть. Вот так вот. Это я копала, там еще нашла хорошие. Выкапываю, думаю, что это такое? Смотрю, грибочек. Прикинь. Сколько ты штучек уже поймал? Три. Три штучки поймал? Да. А ну-ка мы сейчас посмотрим. Смотри. Сейчас посмотрим. Давай. Пульк. Да, кто ж его знал? А, это не сморчок. Да? Да, это сморчковая шапочка. Вот так вот. Да. Смотрите. Видите шапочка? Это не сморчок, это сморчковая шапочка. Просто он очень маленький. Я только сейчас разглядела, что это шапочка. Ну, так походила, посмотрела, вроде не нашла. Они очень маскируются под листво. Ну, а то... Тяжело найти. Я считаю, что это невыносимо найти. Ай, блин. Смех, да и только. Где вот Андрюша?
Одну поймал, подальше выкинул, потом соберем. И вот еще одна лежит. Где-то третья еще, но я не знаю, где третья. Так, закинул. Будем смотреть. Сейчас точно должен поймать. Разучился, да? Хочу показать, сколько будет воды на реке летом. Вот, смотрите, сейчас ноги уже в воде. Зимой вода гораздо дальше. И вода поднимется почти до этого трапика. Представляете, сколько воды будет? Вот эта конструкция называется кладка. Тут ее так называют. Она не одна, их много на реке. Каждый сам себе делает. У папы у нашего тоже есть. Вот, представляете, воды сколько будет? Такая вот история. Вон, на том берегу есть люди. Сейчас я вам их покажу. Видите? Тоже рыбку ловят. Женщина. Мужички. И Андрюша рыбку ловит. Да. Ловишь? Руки в карманы. Да, молодец. Сейчас покажу. Взяла из машины пакет, а он рыбу кидал на берег. О, сейчас покажу вам. Смотрите, какая она вся чумазая. Вот ее теперь отмывать. Да, Заюш? С песочком, да, чтобы на зубах поскрипывала, да? Ага, точно. Ну, приехали сюда, как удочку не покидать. Грех, да, Зай? Небо красивое. Вот, кстати, на видео гораздо красивее небо, чем на самом деле. Очень красиво. Там солнышко садится. Вот там. Очень красиво. Завтра нам обещают плюс 22. На завтра? Да. Класс.